людей все больше и больше, все возвращаются домой, без отпуска. Если у вас есть вопросы по перелетам в Евросоюз из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, как сейчас добраться до Польши, Вильнюса, Литвы, в Мексике, Канкун, Плая-дель-Кармен, или вы летите в Тихуана через Мехико-Сити, пишите, обращайтесь, потому что мы постоянно курсируем в аэропортах Турции, в Амстердаме и в других странах и городах мира. Все знаем абсолютно по ценам, по возможностям въезда и так далее. В общем, пишите, звоните, обращайтесь. Удачи в эмиграции. Переезжайте. Всем пока.